По программе модернизации в больнице Орска поступит новое оборудование. В этом году планируется монтаж магнитно-резонансного томографа в специальном помещении. Наши корреспонденты побывали в Орске и узнали, как идет подготовка здания и где будет установлен новый аппарат. Устанавливать магнитно-резонансный томограф было решено в 4-й горбольнице Орска. Она специализируется на оказании терапевтической, кардиологической и неврологической помощи. Согласно современным подходам к лечению пациентов, такая техника просто необходима. В июне было начато строительство пристроек к главному корпусу, где планируется разместить МРТ. Это средство депутатов законодательного собрания наших депутатов. Спасибо им большое за это, за то, что они вкладывают свои деньги в здравоохранение, которое всегда, в общем-то, на безденежье, куда всегда не хватает денег. А на сегодняшний день пока сюда, значит, будет вложено 10 миллионов рублей. Здание площадью в 300 квадратных метров возводится по специальному проекту. Высота потолков более 3 метров, стены толщиной в 40 сантиметров. Штукатурка, сверху деревянная обшивка и медная. Строители говорят, будет комната в комнате. Это необходимо для защиты от магнитного излучения томографа. 16-срезовый, но он позволяет полностью все, что нужно для наших врачей, для диагностики, потребностям полностью удовлетворяет. Мощность его 1,5 Тесла. Строительство ведется под контролем специалистов завода-изготовителя томографа. Здание почти готово. К концу сентября планируется его сдача. Затем будет доставлен и смонтирован сам аппарат, и первые пациенты начнут обследование. В городе есть компьютерный томограф, он находится в городской больнице номер 2. Это многопрофильный стационар хирургической помощи, где у нас там нейротравма есть. Поэтому туда был закуплен на средства ОМС и города на условиях софинансирования компьютерный томограф. Сейчас он там и функционирует. Теперь в Орске будет и магнитно-резонансный томограф. Кстати, в новом пристрое предусмотрено помещение и еще для одного аппарата – компьютерного томографа, который поступит по программе модернизации в следующем году.